когда приехали, территорию талантов, Dance Continent, это уже не первый наш конкурс, это мы уже второй раз на Dance Continent. И вообще с территорией талантов мы дружим, потому что детей нужно возить на хорошие конкурсы, чтобы они профессионально росли, развивались, и чтобы, конечно, результат был достойный. И когда на таком уровне конкурса идет результат, конечно, это дает нам самим, как педагогам, хорошие как бы плоды для будущей работы. Участники нам очень понравились. Очень высокая конкуренция, что дает дальше старт. Есть куда расти. Как говорится, нет предела совершенства. Мы тоже сделали свою работу над ошибками и есть над чем работать. По составу членов жюри мы остались очень довольны. Не на каждом конкурсе ты все замечания принимаешь полностью правильно в свой адрес. Очень все профессионально, все корректно было высказано, все даже не замечания, а пожелания. Мы их учли и будем над ними работать. Составом членов жюри мы очень довольны. Нам очень понравились профессионализм этих людей. Это ведущий конкурс, мы считаем, где очень высокая конкуренция, где можно посмотреть, научиться, сделать выводы и расти дальше.